Как нарисовать портрет собаки? Простым карандашом я делаю эскизный вариант и чищу его. После этого этапа делаю основную заливку. И начинаю с теней прорисовывать шерстку. После этого прорисовываю светлые волосики. А дальше мы уже переходим к более светлой заливке. После того, как шерстка прорисована, мы переходим к более точной детализации портрета.